Конечно, буду. Друзья мои, вот снова, да, вот сколько говорю нашим бабушкам, не передавайте нам фрукты. Вот Витя был в деревне, опять передали нам фрукты. Не знаю я, что это. Я уже Витя говорю, Витя, скажи, чтобы нам мясо давали, там, конфеты, сладости, но только не фрукты. Только что пришла комментарий Ольги Александровны. Ой, какой классный комментарий. Насчет книг, конечно, я могу делать обзоры на книг. Я беру их в библиотеке, беру по многу. Раньше я вообще много читала. Видите, на антистресс, который он сделал. Ну, сейчас уже время не позволяет много читать. Но все-таки я думаю, когда я выйду на пенсию, я буду много читать. А насчет книги завтра могу рассказать. Как раз она у меня на работе, я в этот раз не брала, потому что я знала, что сегодня мне, ну, не вообще... некогда будет читать. Я ее даже не брала. Ой, сейчас буду этот называть свои видео. Хорошо, я буду думать на эту тему. И о себе я тоже буду рассказывать потихоньку.